Хорошо со временем быть в ногу, понимать, что происходит в жизни, видеть перспективу и дорогу, что ведет к успеху, а не к тризне, что ведет к мечтам и наслаждениям, что ведет к вершинам и почету, что ведет к печеньям и вареньям, к бесконечному высокому полету. Но оказывается, что путь к успеху точно совпадает с путем к тризне. Эта мысль не вызывает смеха даже у кого успешный бизнес. Даже если стал ты знаменитым, чемпионом или музыкантом, все проходит, досками оббитый, отправляешься ты в вечную нирвану. К сожалению, никак там не зачтутся ни овации и ни успешный бизнес. Там зачтутся только добрые поступки, что успел ты сделать в этой жизни. Вот и угадай в рассудке здравом, чем же заниматься в этой жизни? За деньгами гнаться и за славой, или за добром? Что лучше перед тризной? Как бы совместить то и другое с третьим, то есть с добрыми делами? Дело это очень непростое, но оправдывает перед небесами.